газ поменьше будут потреблять. Что будем делать? А у нас есть это самое. Не. Газ не будут, мы делать будем жидкую фракцию, а страна большая, от Урала туда нам его и возить, и возить. Только не трубопроводами, социалистическим методом, а цивилизованным методом, жиженый когда жиженый газ перевозить в любую точку России. Понятно. То есть вы не можете от этого оторваться. Понятно, вас как руководителя можно понимать, но конструктор должен вам идею говорить. Да, у нас это самое. Мы сейчас идем ближе к скважине, и вопрос сепарации, низкотемпературной сепарации. Время у вас ограничено, наверное, так мы вам показали. Понятно. Но мы надеемся, что вы не подведете. Нет. Понятно. Это нравится таким коллективом. Вот сейчас мы разговаривали с вашим руководством, ваш объем там 1,6 миллиарда. 80. Ну, это копейки, конечно. Договорились, что на 3 будем выходить. На 3 будем выходить, учитывая, что газ снижается, а железяки ваши нужны все равно. Поэтому надо их производить. Давайте, у вас есть очень хорошее достижение, поэтому вам огромное спасибо за ваши разработки, за ваше внедрение. Сегодня через вас и наша Саратовская область, она конкурентоспособная и одна из монополистов именно вот такого вот газово-промышленного оборудования. Поэтому огромное вам спасибо. Всего самого доброго. Да. А девушек с праздником.